Праздник мусульманских народов «Наурыз-2015» прошел в Дергачевском районе. На торжество съехались представители 26 районов области и даже делегации из Казахстана. Программа «Наурыза» была достаточно обширной и включала множество мероприятий, как спортивного, так и познавательного характера. В ходе торжеств губернатор области Валерий Радаев посетил юрту Дергачевского района и Республики Казахстан, где ознакомился с традициями и ремеслами территории. Не обошелся праздник и без конкурса красоты. Участницами «Мисс Наурыз-2015» стали представительницы 20 районов Саратовской области. В завершении праздничных гуляний губернатор пообщался с жителями области. Дергачевцы заслужили право быть центром областного праздника. Благодаря вам степи превратились в плодородные земли. Высокие урожаи дергачевских полей, производственные успехи животноводов и птицеводов из года в год помогают области занимать лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и России.